Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Филиппов и сначала хотел бы вас поздравить с наступившим 2024 годом. Я уверен, что 2024 год будет для проекта решающим, и я очень рад, что уже сейчас, в начале этого года, вы смотрите это видео, и это видео будет с хорошими, с приятными для вас новостями и даже немного развлекательными. Потому что сегодня мы подведем итоги третьего раунда нашей лотереи и узнаем, кому улыбнулась удача в рамках третьего раунда и кто станет обладателем тех 50 подарков, которые мы для вас приготовили, так же, как это и было в первом и во втором раунде нашей лотереи. Напомню, что в рамках нашей лотереи весь декабрь, в рамках третьего раунда, вы могли получать лотерейные билеты. Один лотерейный билет – это $100, которые вы инвестировали, покупая новый инвестиционный пакет или оплачивая ваши рассрочки. Ну и, конечно, вы могли получить кэшбэк за свои инвестиции. 10% за каждый лотерейный билет вам возвращалось на ваш инвестиционный счет. Так что лотерея действительно у нас беспроигрышная. И поздравляю всех участников лотереи с тем, что вы приняли в ней участие и сделали ваши инвестиции максимально выгодными. Но при этом это не последний наш розыгрыш, который мы делаем, потому что напомню, что главный наш приз – это, конечно, электроавтомобиль от компании Solar Group, который мы разыграем в нашем финальном раунде. И те люди, которые сегодня окажутся победителями, войдут в топ-50 мест, они в том числе смогут побороться и за наш электроавтомобиль. У нас уже есть 300 человек, которые вышли в финал. Сегодня 50 прибавится и еще 100 человек. Это те, кто сегодня не станут победителем, но войдут в топ-100 по количеству лотерейных билетов, которые вы получили в рамках третьего раунда. То есть у нас всего будет 450 человек, которые будут бороться за электроавтомобиль. Розыгрыш электроавтомобиля мы подведем немного позже в нашем финальном раунде. Все условия есть на нашей специальной странице, где описаны условия лотереи. Ну а сегодня давайте посмотрим на тех победителей, на тех счастливчиков, которые выиграют один из ценных призов. Напомню, что самый главный приз, первое место, это у нас инвестиционные доли и электробайк Liberty с двигателем, совмещенными обмотками Славянка. Остальные же 49 победителей получат просто инвестиционные доли, но в достаточно ощутимом количестве. В зависимости от того, сколько долей у вас уже было, вы получите в процентном соотношении плюсом к тем долям, что у вас уже есть. Например, было 1 000 000 долей, допустим, вы сегодня займете 40-е место, и у вас прибавится плюс 25% долей к вашему миллиону. Итого у вас будет 250 тысяч долей в качестве подарка. Ну что, да, давайте начинать. И сначала мы разыграем с 30 по 50 место. Тут у нас плюс 25% долей к тем, что у вас уже были. Давайте посмотрим на этих счастливчиков. Сейчас мы с вами подводим итоги третьего раунда нашей лотереи. И как я уже говорил до этого, такие промо-акции, такие лотереи, они действительно нам сильно помогают увеличивать темпы финансирования, тем самым ускорять реализацию проекта. Очень хорошо, когда подобные активности выгодны всем участникам, всем сторонам процесса. Это выгодно компании Sovelmash, потому что инвестиции приходят быстрее, быстрее проект реализовывается. Это выгодно инвесторам, потому что инвесторы тоже заинтересованы в быстрой реализации проекта, но также они заинтересованы в получении максимально выгодных инвестиционных условий. Так что именно благодаря тому, что интересы всех здесь соблюдены, эта лотерея действительно получила такой успех. Друзья, хотел бы вам напомнить, что помимо вот этой лотереи у нас периодически действуют и другие промо-акции, другие предложения, как для инвесторов, так и для партнеров. Вы можете ими всегда воспользоваться для того, чтобы сделать свою инвестицию максимально выгодной. Если же вы партнер, то вы можете и сами инвестировать выгодно, но и рассказывать об этих возможностях другим инвесторам, потенциальным клиентам, для того, чтобы они становились инвесторами, участниками проекта, либо покупали дополнительные инвестиционные пакеты. Для партнеров это тоже отличный инструмент для того, чтобы развивать наш проект.
Поздравляем победителей и идем дальше. Сейчас мы назовем победителей с 20 по 29 место. Здесь уже плюс 50% долей, уже подарок ощутимее. Давайте посмотрим. Так, ну что, мы видим очередных победителей. И я очень надеюсь, что эти победители запишут свой видеоотзыв о том, что они действительно получили свои подарки, что все было максимально честно и прозрачно. Предыдущие победители многие подобные ролики записывали, мы их выкладывали. Вы можете увидеть реальные лица, реальных людей, которые стали счастливыми обладателями наших ценных призов. Обязательно их посмотрите. Напомню, друзья, что в рамках нашего розыгрыша вы могли еще и льготно восстановить вашу рассрочку. Надеюсь, вы воспользовались этой возможностью и восстановили ваши пакеты на тех выгодных условиях, на которых это можно было сделать. Поздравляем очередных победителей нашей лотереи. Переходим к следующим. У нас теперь с 10 по 19 место. И здесь уже плюс 75% долей к тем долям, что у вас уже были. Напоминаю, друзья, что все условия лотереи, всех победителей, которые вы сегодня видите, вы можете их найти на нашей специальной странице, где описана лотерея, для того, чтобы найти себя, для того, чтобы помочь вашим друзьям найти себя, если они оказались в списке победителей. Там вся эта информация будет продублирована. Поздравляем победителей, поздравляем очередных обладателей наших ценных призов от компании Solo Group. Действительно, посмотрите, как у нас много счастливчиков, и я уверен, что сейчас они это смотрят, и они очень и очень рады. Поздравляем очередных победителей и переходим, можно сказать, в полуфинал. Здесь у нас уже со 2 по 9 место, и здесь у нас подарки еще более ценные. Здесь мы разыгрываем со 2 по 9 место целых плюс 100% инвестиционных долей. Давайте посмотрим, кто у нас окажется в этих победителях. Ну что, поздравляем наших победителей, поздравляем тех, кто занял со 2 по 50 место. Целых 49 победителей у нас сегодня получили инвестиционные доли, благодаря тому, что приняли участие в нашей беспроигрышной лотерее. Ну а сейчас мы разыграем главный приз. Главный приз, помимо инвестиционных долей, которых уже целых 150%, мы разыгрываем электромотоцикл Denzel Liberty, оборудованный двигателем, совмещенными обмотками Славянка. Давайте начинать и узнаем, кто у нас окажется главным победителем третьего завершающего раунда нашей лотереи, после чего уже у нас розыгрыш будет только в рамках финала. Давайте увидим. Поздравляем! Поздравляем нашего победителя! Я считаю, что в честь Нового года это отличный подарок. И помимо подарка в виде мотоцикла, это еще 150% долей. Очень существенный, очень ценный приз для одного из наших инвесторов в благодарность за то, что этот человек принял участие в проекте и поддержал то финансирование, которое сейчас идет. И помимо этого получил и кэшбэк, и инвестиционные доли, ну и, конечно, электробайк Liberty. Ну вот и все, друзья.
Казалось бы, еще вчера мы объявили о старте нашей лотереи, и она была действительно грандиозной. Были грандиозные подарки, было большое количество победителей, и уже сегодня мы подвели с вами итоги третьего раунда нашей лотереи. Я считаю, что те люди, которые сегодня стали победителями, они очень рады, и помимо того, что они стали обладателями одного из ценных призов, они у нас переходят в суперфинал. Также топ-100 людей, которые набрали наибольшее количество лотерейных билетов, вы сейчас их видите на экранах, тоже переходят у нас в суперфинал. И, как мы уже говорили, 450 человек с учетом предыдущих первого и второго раунда у нас будут дальше бороться уже за розыгрыш электроавтомобиля от компании Solar Group. Если же вы не стали сегодня победителем и не стали победителем в предыдущих раундах, не расстраивайтесь. Напоминаю, что лотерея у нас беспроигрышная, вы получили свою выгоду от участия в лотерее, поэтому однозначно она для вас прошла не просто так. Тот кэшбэк в виде 10%, который вы получили, однозначно сделал ваши инвестиции намного более выгодными, и с этим я вас тоже, друзья, поздравляю. Конечно, будут и другие розыгрыши, и другие акции от компании Solar Group, и я уверен, что в одной из них вы обязательно поймаете свою удачу. На этом у меня все, и увидимся с вами уже на розыгрыше финальном, где мы будем разыгрывать электроавтомобиль, и я уверен, что вы будете следить за этим событием, потому что она действительно грандиозная. Такого раньше мы никогда не делали. Всем спасибо, и еще увидимся.